уже 24-я серия. Да, господа, будет серия длинная по плейлистам, но мне кажется, господа, мы остановились на том, что мы вместе, господа, мы вместе со шестом попали в какой-то маски какие-то здесь. Мы сбежали от рук. Я надеюсь, что ничего здесь не будет происходить. Что тут случится? Что за... Что за новый монстр? Мне это страшно смотреть. Да как он меня поймал? Как? Я ж не двигалась. А что нам делать? Что ли, получать? А что, заглянет? Господа, как-нибудь... Сейчас он должен вдалеке идти. Господа, это какой-то кошмар! Меня хотели схватить, но хорошо, что я... Теперь можно... Стой, 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 стой! Думаю, чтобы он был вдалеке.
Главное, чтобы он туда пошел, я бы спокойно могла... Главное, чтобы он пошел дальше, а он возле меня, это очень круто. Это... Господа, господа, вот в принципе, как обычно, там гавкают собаки, уже бесят. Господа, вот постоянно мне мешает эта Боня! Как всегда мешает, когда я записываю видео. И когда я записываю видео? Вот, вот о чем я говорю? Господа, вот почему Боня гавкает? Слышали, она гавкает! Что? Господа, вы должны слушать меня, а не Боню, потому что Боня... Боня там гавкает. Слышали, она гавкает, она мне мешает снимать видео. Вот о чем я говорю. Господа, вот о чем я говорила. Постоянно Боня будет мешать мне снимать видео. Вот почему Мона без моего ведома? Вот почему мы...
Господа, вот напишите мне в комментариях. Господа, вот Боня мне бесится под ногами, потому что она постоянно, вот постоянно она гавкает, потом когда я снимаю, тоже она гавкает, она меня уже бесит. На заднем плане собака. Вот опять видите? Бесит. А шестая... И мама говорит, что интересно когда. Куда ты Мону привёшь? Господа, вот в принципе как обычно, Боня там вапает, я не могу сосредоточиться на игре. Господа, вот в принципе, как обычно, Боня там гавкает, гавкает слева, будто я ничего никогда не видела. Ха-ха-ха-ха-ха!